Дорогие друзья, это продолжение видео по косой бейке. И сейчас я покажу второй способ. Собираем точно так же. Начинай не от края, а где-то от серединки или чуть-чуть дальше. И вот так вот закалываем по краю иголочками. Когда доходим до угла, иголку прикалываю на косую на 45 градусов. Вот. Потом поворачиваю ленту вот ровненько, как раз, как бы, чтобы край был вот повернут вот таким образом. И продолжаю точно так же подкалывать по кругу до конца. Вот видите, вот тут вот дошла, и вот тут угол. Иголочку закрепляем на угол. Вот таким образом. У нас остается вот такой вот уголочек вот здесь вот с краю. Закрепляем, отрезая ленту точно так же, вот так вот на косую. Здесь потом, когда будем поворачивать на другую сторону, вот эту сторону просто подрежем, сравняем, если неровно получилось, то есть уголочек торчит, а он по-любому будет торчать. С этой стороны я уже сравняла, а с этой стороны еще осталось. Видите, вот уголочек торчит, его надо будет потом просто срезать. Или повернуть вот так ровненько и потом загинать на ту сторону. Но это все потом. Итак, начинаем строчить, и строчить начинаем вот с этой стороны, где ленточку мы прошили, вот, соединили вместе. Доходим до угла, и сейчас я все вам покажу уже наглядно. Начинаем строчить с той стороны, где у нас соединение ленточки. Я просто чуть-чуть дальше возьму. Вот видите, вот соединение ленты было. Там, где эта лента косой бейки была проглажена, и видно, отчетливо видно вот эту вот полоску, я по ней и буду строчить. Так вот выставляю. И первое, что я опускаю иголочку. Сначала идем вперед. Нажимаю на кнопку и делаю строчку назад, закрепляю ниточку и иду до вот этой угловой иголочки. Иголочку. И теперь прям по вот эту вот иголку, вот я ее убираю, эту иголочку, и по этому уголку прямо на край угла прострочили, закрепляем в другую сторону, нажимаем на иголочку, игла идет в другую сторону, закрепляется. Так. И теперь иглу поднимаем, поворачиваем. Игла у нас приподнята. И вот этот уголок, который был повернут ленты, поворачиваем в другую сторону, вот туда. Опускаем иголку. И теперь идем прямо по вот этой полосочке, по линейке, которая проглаженная. Доходим до уголочка. Вот иголка, угловая иголка. Вот прям доходим до этой иглы. Вот, дошли до иголочки. Поворачиваем на уголок. Иголку можно уже вынуть.
опускаем лапку и делаем строчку вперед. Теперь назад. Приподнимаем лапочку, поворачиваем нашу деталь, на которую мы пришиваем. Теперь поворачиваем на другую сторону, перекидываем вот этот вот уголочек угловой. Опускаем лапку и опять даем строчку вперед до следующего угла. И так прошиваем по кругу всю косую беечку. Где у нас соединение вот этой вот ленты на косую, поправляем и проходим ровненько через нее, через вот это соединение. Эти иголки уже не нужны, я их убираю. Теперь я просто закрепляю нить туда и обратно, выхожу в сторону. Вот, отрезаем. Так, и теперь смотрим. Иголочки лишние я убираю, где не убрала. И теперь смотрим. Вот в этом углу мы прошивали вот здесь на косую, да? Здесь тоже мы прошивали на косую. В каждом уголку. Теперь поворачиваем. И что мы видим? Вот в каждом уголочке вот ровно прошит уголок. Все остальное делаем точно так же, как и в предыдущем видео. Подворачиваем. И закрепляем. Все точно так же. Единственное, что в предыдущем видео мы прошивали немножко в углу иначе. Доходя до иголки, закрепляли. Потом с другой стороны иголки опять закрепляли и шли по всей длине ленточки до следующего угла. Так что все повторяем точно так же. Как и в другом видео. В углу пришиваем точно так же, закрепляем, как я и показывала. Берем вспомогательный шаблончик. Вот. И с шаблончиком вот делаем вот так вот. Это очень-очень удобно на уголочке вот таким образом делать. Тогда у вас будет очень красиво сделан уголочек. Вот, вот таким образом закрепляем. Вот видите, аккуратный уголок получается. Другие способы пришивания косой беечки я покажу в следующем видео. Надеюсь, он пригодится вам. И вы воспользуетесь этим способом. Всем пока! Творческих вам успехов и до следующего видео!